играет с Миксесом. Расстановка у Миланы. Гаргано. А что если пробить отсюда? И бьет поворотом. Развернулся, но передача читалась, разумеется, на Тиаго Силву, и компаньеро перехватил мяч. Ошибается Гамс, но вот в этом сезоне что-то изменилось, по крайней мере, на своем поле Наполи показал себя здорово. И сразу Миксес атаковал Лавесси. Вот здесь, на этом повторе, даже видно, что... обороняется вместе со всеми. Подача в штрафную. Поле. Миксес с мячом. Суниго. Лавесси постоянно в движении. Сейчас против него хорошо. Параллельно еще целый ряд матчей. Опасный момент. Миксес за компанией. Состоялось. Интеру Раноки и нужен, в общем-то. И пусть он не всегда там выходит в старте, но игрок очень одаренный и достаточно мастеровитый. Ну и вообще, едва не пробился на ударную позицию игрок Милана. Удар Тиаго Силвы скорее в передачу превращается. Миксес забирает мяч у лицевой линии, возвращает. Милан чаще владел мячом по ходу первой половины встречи. А получается где-то примерно 60 на 40. Миксес. Заброс на линию штрафной площади. Там Ибрагимович мяч. Показали нам скамейку запасных Милана. Там Стефан Эль-Шарави принялся разминаться усиленно. Ну и наверняка вы узнали. Гамшик. Гамшик. Суниго. И чуть назад можно сделать передачу, но Маджо внедрился в штраф за шагом. С правого фланга смещался к центру. Именно на него сейчас Суниго пытался направить. Миксес. Быстрого выхода из обороны в атаку у Наполи, в общем-то, и в первом тайме не получалось. Или если такие попытки проходили. Миксес. Суниго. Здорово. Здорово обыграл, здорово ушел на рыв. Это Филипп Миксес. Компаньяру после его удара головой и ушел снова на угловой. Еще одна подача. И снова гости, снова хозяева выигрывают борьбу в чужой штрафной площади. Миксес на этот раз дотянул. В меньшинстве Милан пытается вырвать победу. Перехватил Пандев и Гаргано. Встали. Навес в штрафную. Опасно. Миксес! Миксес! Удар по воротам уже, правда, после свистка. Очки. Все-таки в том положении, в котором находится Милан, с учетом его стратегической цели, я отсюда нервы и желтые карточки. И красная карточка. Ни Наполи, ни Милан не сумели сегодня поразить. Олег Пирожков. Всего доброго и до встречи.